Здорово, когда в твоем городе снимают фильм. Наверняка все помнят съемки фильма «Нолана Довод» и какой ажиотаж это вызвало в Таллине. Ну а теперь это международный проект, в котором участвуют 5 стран. В Таллине проходят съемки исторической драмы «Ты не один». Режиссер фильма Клаус Хяр, известный широкой публике по фильму «Фехтовальщик». В международном проекте участвуют Финляндия, Эстония, Швеция, Австрия и Германия. Сценарий фильма написан по биографической книге Рони Смолара «Дядя Штиллер». Действие фильма разворачивается накануне Второй мировой войны. Финляндия принимает беженцев из Германии и Австрии, но по мере того, как развивается война, защиту им предоставлять все труднее. Все это звучит очень актуально по нашим временам. Во многих европейских странах есть множество тем для дискуссии о событиях Второй мировой и множество событий, которые необходимо помнить. Некоторые истории утеряны, и это одна из историй, которая затерялась во времени, и я подумал, что ее нужно рассказать. Сюжет причудливо развивается в течение целых 15 лет. В фильме заняты финские, австрийские, шведские и эстонские актеры. Эстонские актеры Райан и Рубен Толк играют австрийского беженца Генриха Хуперта и его сына. Я сам летом снимал художественный фильм «Аврора» вместе с режиссером Андесом Маймиком. Если сравнивать с сегодняшними съемками, то в нашем фильме мы должны были делать 5 сцен в день, а здесь одну сцену в течение 5 дней, так что разница очень заметна. После октября съемки фильма «Ты не один» переместятся в Финляндию. Процесс работы над фильмом – дело долгое, но пока планируется, что премьера должна состояться через год. Лена Туровская, Юрген Фогель, Петер Ульвайн. Новости Таллина.